Все. В неровне. Так, только направь, чтобы ровно было. Так, можно присесть сбоку? Вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Вот сюда можно. Там, там подушка. А вот сюда, нет, с этой стороны. Чтобы ты слева была, ты женщина. Мужчина не положен. Я тогда подвинусь и подвину. Садитесь. Вот так. Я загнул то другое. Сколько тебе лет-то? Мало. 84 года. 84. Господь довел же до таких пор дожить, а? Да кому Фасаил-то больше прожил? 969. Это Ельникова Анна Кузьминична. Ну, и Захарий. 270, ну, да. Лет. Не это... Захарий, а Симеон. А, Симеон, Симеон. Ладно, мы не о годах жизни-то. Узнать, как твое духовное состояние? Нормально. Вера-то твоя не уменьшилась? Да нет. Ожидаешь встречи с Господом? Каждый день жду. Потому что смерти нету, а есть только переход. Каждый день жду. Какие-то дела еще не доделала? Охота еще протянуть, пожить маленько? Уже нажилась, Игнатий Тихонович. Насытилась? Насытилась. Слава Богу, он дал мне столько жизни, что... Кто-то звонит вам? Ну, кто? Ну, кто-нибудь. По телефону, откуда-нибудь здесь, из-за границы. Ну, за границей одна только... Кто? Наташа. А что она звонит? Она пока по сайту показывает ребятишек своих. Ну, сколько их там? Трое. 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 Слушаются они ее? Иван, Захария и... Пантелеймон. И Пантелеймон. Пантелеймон? Пантелеймон. Вот у нас нету. Когда она приедет в лагерь-то отдыхать? Она не говорит про это, что в лагерь отдыхать. Не говорит? Нет. Так ты ей напомни. Скажи, да. Ты там 12 с лишним лет, 13 была старшая сестра, воспитатель. Теперь надо их воспитывать. Он уже, Иоанн-то старше, в школу идет. Ну. В школу они идет. Они по-русски-то разговаривают? Они все по-русски, они по-английски не умеют разговаривать. А с отцом некогда заниматься, она все с ними день и ночь с ними. А он работает две смены. С одной придет работа, на другую идет. А кем работает он? Хирург. На двух работах хирургом? Да. Вон как. На одной работе, потом приходит, маленько отдохнет, куда сходит, где-то что-то уплотит, и, а ребятишек говорит, нельзя от них бросать. Ну не бедствует она, он зарабатывает неплохо? Ну она зарабатывает и все он. За квартиру платит он, и все он. А где же она сидит дома, понятно. Где она зарабатывает? Но мы молимся, чтобы у нее все было хорошо. Ну, все молятся, слава Богу, пусть воспитывает. Я смотрел на Лизоньку нашу, внучку мою, правнучку, и говорит, а мне вот эта девочка понравилась. Вон как. Уже невесту себе ищет его. Ну, может, понравилось просто играть. Невеста вообще не понимает. Ну, девочек же у них нету. Вот где он их видит, девочек-то? Ну, а вот у нее, вот у Татьяны, вот она сидит, Кузьминична, внук. Сколько ему тогда было, я не знаю, в школу-то уже ходил, наверное, или не ходил еще. Он пришел и говорит, а что мы иконы-то целуем-то? Надо девочек целовать. Помнишь? Вот так. Двумя руками можешь держать, чтобы не тряслось. Говорит, да. Сильно ворует у нас детей. Нельзя отпустить. Если 10 минут не нашел, за 10 минут больше не ищи, не найдешь. Я говорю, а как же ты троих будешь вести за руку? Две руки, третьего как прицепить-то, выйти? Прямо из рук выхватывает, что ли? Нет, из рук не выхватывает, но это играет. Если 10 минут оглянулся, нету, все, больше не ищи. Не найдешь, говорит. Они у нас-то на каждом шагу теряются. Каждый день передают.
У меня еврейка одна была и говорит, я не верю в Бога, потому что у меня, говорит, один только ребенок был, сынишка, вышел поиграть, исчез и по сегодняшний день. Где он, Бог? Почему не смотрит? Я одна осталась, мужа потеряла. И теперь ребенка нет, я не знаю, живой или не живой даже. При чем здесь Бог? Ну что, Бог допускает для чего-то? Ты что, все снимаешь, что ли, нас? Ну. А что так долго? Ты во сколько встаешь-то? По-всякому. Иногда всю ночь не могу встать. А что? Ну, по состоянию здоровья. Но здоровье это что означает? Что-то болит, тянет тебя? Что-то от подушки не могу голову оторвать, когда давление высокое. Давление? А как ты узнаешь, что у тебя давление высокое? Не дай бог никому знать. Голова это болит очень сильно. Ну как-то ты узнаешь по приборам или как? Голова не поднимается, кружится, тошнит и тебя рвет. Понятно. А ты днем ложишься так, горизонтально? День и ночь лежишь. А вот это и голова и болит, тут естественно. А ты не ложись. Ян Шанхайский никогда не ложился. Макарий, Антоний. Когда голова кружится, по неволе свалишься. Ну вот потому она и кружится, что ты лежишь. Это производное от того, что лежит. Я работал когда на сторожем. Ну ночь-то конетелишься. Днем иногда ложился. У меня никогда голова не болела. Стала болеть голова. Тогда вот так вот я сяду, подушку возьму, вот так вот к себе ее, вот так вот, сяду к стенке и все, посижу маленько. Видишь, у тебя еще тут. А ты конфетки-то еще ешь, что ли? Ем, все ем. Так а ты не ешь их. Они вредные. Иначе зубов не будет. И сахар вредно, и соль вредно, все вредно. Ну так и не ешь. У меня же ни одного зуба нету, что теперь? Так отравить? Теперь еще ты их на конфетах-то и потеряла, может быть. Конфеты вредные, в них специально делают Татьяна, такое. Татьяна, да убери-то, пожалуйста. Да ладно тебе, заботиться. Да. Так, правда. Ну ладно, ты это, опыт-то передавай свой. Ты помнишь, делала какую-то замазку такую, что от ожогов, от всего. Все записывали же. У нас пожар был, все сгорели, да, документы-то. Так у каждого дома каждый себе записывал. Никого нету больше. Ну как ни у кого? Очень хорошие, когда пальцы потрескаются, туда маленько мазнешь, и она заживала. Да не только пальцы. Ну расскажи примерно, какой состав-то? Какой состав? Да. Делать. Это замазки что-то от всего надо масло сначала приготовить, надо масло. Какое? Сливочное приготовить. Воду его бросить в кастрюлю с водой. Так. Закипит, остынет, собрать это масло. Внизу будет сыворотка белая от масла от этого, чтобы чистое масло было, чтобы примеси в нем не было никакой сыворотки. Чтобы масло не соленое было или соленое? Не соленое. Не соленое. Не соленое масло. Не забывай, все говорить. Сливочное масло. Так, потом. А сколько кипятить? Ну, как закипело, не будешь же долго его кипеть, чтобы сбежало. Ну, понятно. Закипело и остудить или теперь снимать? Остудить его, особенно зимой хорошо. На мороз вынес, она сразу пластиночкой, а внизу уже остается. И дальше что? На это на стакан масла грамм, сколько же, грамм 40 воску. И меньше этого канифоли, меньше чем 40 грамм. Канифоли меньше, чем воску. Понятно. Все это. Поменьше на сколько? Наполовину? Да наполовину. Примерно. 20 грамм канифоли. Примерно так. Так. И это все растопить? А? Растопить надо. Ну как, воск. А теперь смешать-то как? Опять растопить? Варить надо в чашке. Не в алюминиевой. Надо в чашке эмалированной. И мешать только деревянной палочкой мешать. Так, вот это не все в одно место смешать. Это все вот и воск, и коньяк. Когда масло растопится, не тряси, очень слабом огне постепенно, масло быстро тается, ложишь, воск растает, размешаешь. Потом коньяк. Маленько. А у тебя где электричество-то? Вот оно где. Оно не горит? Горит. Горит. Нормально все. Ну и потом, когда размешали, что дальше? Размешаешь это все. Детское мыло надо растереть. И с ложку примерно растертого мыла,
тоже туда положить. Все это размешать. А название мыла неизвестно какое? Детское. Только детское. Название мыло. Детское? Да. А-а-а. Детское мыло. А то хозяйственно кто-нибудь натрет. Ну-ну-ну-ну. И это все постепенно, когда размешается все, снимаешь с огня. Через марлечку снимаешь с огня, немножко ложить надо камфору. Немножко, на чайную, там, на ноже немножко камфора. Сухую. А до этого там... Сухая камфора. Угу. Не то, что это раствор камфора, а сухая камфора. Порошок такой есть, угу. Камфора. Потом, значит, через марлечку два слоя. Процеживаешь. Так она же пройдет восковая, она не пройдет через марлю, тем более два слоя. Кто восковая? Ну вот эта, которая каша-то, она уже не пройдет через марлю. Какая каша, она все густая, вы варите же. В чашке сварили, все мешаете на масле, жидкое. Как она густая ставит. Ну а через марлю-то, наверное, не пройдет она. Пойдет? Через две даже слоя пройдет, через одно, если хочете. Обязательно надо цедить, потому что там остаются крошки и канифолия, крошки этого. Ну ладно. Все остается. И теперь процедите, что дальше? Ну, процедите, остужается вот и все лекарство. И от чего оно теперь, это лекарство? От чего, что хочешь, от всякой. Ну, от всякой. Вообще-то... От чего оно? От ожога идет? У кого мы брали лекарство, и он лечил нас этим лекарством, говорил, что это от рака. От рака? Да. Там, где болит, там мазать? Наружное, наружное. А мы мажем, где вот бывает щели какие-то, что-то тоже, помажешь, и прям все заживает. Тоже заживает. Я даже путешествие брал. Ну, потому что она мне вот укусил какой-то, то щека вот такая стала, намазал и лопух стала. Я смотрю. Спадать маленько. Вот так. Ну, у нас Нина говорит, а мне не помогает твоя эта мазь. Ну, не помогает, значит, не помогает. А ребятишек искусывают комары. Шишка, они же чешутся все. Угу. Намажешь их, у них заживает быстро. Угу. Понятно. Ну, это кто не верит, тому не помогает. Поверье. Я тоже так думаю. Врачи признают, говорят, те люди, которые по вере принимают святую воду, они быстрее выздоравливают. Прям пишут про это. Когда у Галины Ивановны сын обморозился и лежал в больнице, угу. Мы как раз делали свечи. Звонит Константин, ее муж, и говорит... Надо быстро ехать, сын у нас обморозился, лежит в больнице. А я ему Костя наказываю, пожалуйста, сделай так и так, как раз было прохладно, приготовь масло, мы сейчас с тобой сварим это. И сварили с ним эту мазь. Врачи не разрешали, она говорит, как уйдет врачи? Я, говорит, через все эти перевязки мажу ему, прямо сверху намажу этой мазью. Ну, а потом, конечно, когда врач придет, перевязки делать, убираем, а потом она снова мажет. Зажило, так он удивился, интересно, они хотели же ампутации делать. Но... Руки, ноги были обморожены. Он пьяный обморозился? Ну, конечно, лежал на вокзале, на Среднесибирской, вот, угу. Здесь вот. И все вылечил. И до сих пор вот все вспоминают, какая мазь помогла. Это у какой Гали-то? Усиленный? Да. Ну, я что-то слышал такое. Ну что, наша встреча с вами была хорошая. Мы встречались, всегда между нами был мир, согласие. Сколько лет тому уже знакомы? Да уже много, наверное, я уже не помню. Уже больше, наверное, 20 лет. Да, больше, наверное, уже. У вас же сестра тут была, Ксения звать, кажется? Ксения. Похоронила Ксению. Угу. Ну что, слава Господу. Просим молиться. Сейчас я работаю по детскому лагерю, чтобы хороших прислал Господь детей. В деревне, чтобы добрые люди были. Потому что иные люди с другими намерениями приезжают. А человека узнать очень трудно.
Говорит одно, думает другое. Да. А когда молишься, и как-то Господь проявляет, показывает суть, что ты чужой человек. В войну-то вы где работали? Нигде? Войну. Сейчас с 31-го года, кто всем включительно ставит. А, так маленькая еще была. 10 лет. У кого там понятно. Работа? А жили-то где, в деревне? Я уже не помню, тише. Уже пережили везде сюда. Со мной она работала сторожем, Лапина фамилия, Мария Ивановна. И она девчонка была, на 20 минут опоздала. 3 года дали. Тогда всем давали. И на комбинате у нас мама ходила, опоздать нельзя было. Придешь, тоже судили. Интересно. Богатое государство, на всех хватало. Все давало и давало. Ну ладно, все. Мы задерживаться не будем, мы еще ходим по-разному сегодня. Я выезжать готовлюсь и решил всех больных попроведать. Спасибо. Мы вас каждый день помним в молитвах. И скажите, что и за эту Анну молимся. Так, чтобы помолились, чтобы у нас Господь благословил. Добрые были дети у нас. Да, кому только там работать в лагере-то. Все. Ну, идет Господь. Все уже... Постарели, да заболели, да и работать-то некому. Вот в чем дело-то? Усмотрит Господь и будет. Каждый год, говорим, нету, и вдруг появится. Ведь 44-й год лагерь, это не первый год. Сколько уже? А последний год, года-то некому там работать-то. Ну, некуда, и ребятишек было меньше, а будет больше. И... У меня один год было так, никого нету, и дети ни один, никто не звонит, нету. И тогда это объявляет, говорит, а мы трое решили ехать. 3 сразу работника-то. И у меня за один день звонки пошли, как будто Господь преграду убрал. Никого не было, ни одного звонка нету. А нам надо набирать, знакомиться, выходить. И прям сразу набрали ребятишек и поехали. Сейчас сходил я к главе администрации попросить автобус везти. Сейчас по-другому. Он говорит, у них нет. Я говорю, ну вы-то начальники, найдите частника, заплатите или как дайте. Я же не для себя это делаю. Мне надо продукты везти, муку, крупы, масло, все. Ладно, спаси Христос. Вот так. У меня снимал тот вот. Вот. Татьяна Кузьминишна. Две Кузьминишны встретились. Да. Давай, радость моя. Провожать нас пойдем. Да пойду, пойду. Пойдешь? Пойду. Ну ладно. Пойду. Давай. Вот. Давайте, проходите, я за вами пойду. Давай я поправлю тебе подушку здесь.